Так, здравствуйте. Здравствуйте. Где у вас сюда образцово показательная? Директор школы. Очень приятно. Вот Петр Яковлевич вас рекламирует как самого прогрессивного директора. Спасибо, приятно слышать. Да, это точно. И Сергей Саныч тоже. Тогда на права хозяйки приглашаю вас. Давайте. Ко мне в школу. Давай. И посмотреть уже все на месте. На федеральные деньги мы покупаем оборудование, тут как раз вот здесь вот представлено, это то, что мы уже получили. К 1 сентября мы откроемся. Сейчас у нас первоочередная задача – это закончить ремонты именно помещения, где будет это все оборудование размещено, это точка роста. Вот это вот наборы представленные, это наборы, готовые уже для проведения государственной аттестации 9 класса. То есть вся вообще вот это все это направлено на практическую деятельность ребенка. Сейчас мы на открытие получаем и лабораторную посуду, и лабораторные реактивы, химореактивы. А дальше в рекомендациях написано, чтобы местный бюджет предусмотрел средства на следующий год для того, чтобы выделяли средства для существования этих центров. Да. Открывайте сроки. Да. А сроки когда? 15. Давайте. Показатели у вас по ЕГЭ как? Именно в нашей школе. В этом году вообще замечательно. У нас 100 бальник есть, 80 баллов, 70. Ну, сам удается. И в среднем балл хороший, да? Да, да. 4-5, если в переводе на баллы. Комплектность коллектива? Педагогов полный комплект у нас. 44 вообще у меня численных сотрудников, 29 педагогов. Все первые или высшие педагоги. То есть проблемы с кадрами? С кадрами. Решают. Они когда возникают, как всегда и везде. Они решают. Видно, что школа заслуживает. Да, с историей, скажем так. Стараемся. Все так с душой, по мере сил, как говорится. Самое главное, отличный результат. Угу. Мы вами гордимся. Спасибо большое. Приезжайте к нам, у нас чай можно попить. Хорошо. Спасибо. Спасибо. Хорошо. Мы находимся сейчас в Малиновском детском саду. Это самая крупная у нас дошкольная образовательная организация в Ачинском районе. Можете обратить внимание сразу, у нас справа ребячий труд. Малиновский детский сад, а где же малина у вас? Малина где-то, наверное, за забором. За забором. А это подсолнухи называли. Да, здесь подсолнухи. Да, молодцы, да. Да, это такой экспериментальный у них огород, чтобы дети изучали, какие овощи бывают. Душевно, да, хорошо. Наблюдают сами за своим трудом. У нас на сегодняшний день Малиновский 110 ребятишек, вообще детский сад рассчитан на 160 мест. Количество ребятишек в последние годы как стабильно или уменьшается? В наших районах не уменьшается, то есть у нас прирост и в поселке Малиновка есть, у нас прирост есть, детский сад очень востребован, группы всегда у нас наполнены. В настоящее время у нас 8 здесь групп, 3 группы это у нас разновозрастные ребятишки и 5 групп это комбинированной направленности, то есть где обучаются дети по общеразвивающей программе и по компенсирующей, то есть дети с ограниченной возможностью здоровья. Здесь можем посмотреть, как детский сад выглядел до ремонта. Такого ремонта, ну, при мне я 10 лет работаю, при мне не было. С точки зрения вот инженерной здесь все у нас в порядке. Сети, отопление. Вообще проблема. Они, конечно, в порядке громко, но будет еще. Ну, удовлетворительно. Удовлетворительно, да. Вполне удовлетворительно. Хорошо. То есть, понятно. Понял. Хорошо. Главе огромное спасибо в этом году за подписанное соглашение с Русалом. Ну, действительно, вложено большие средства.